Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир», я Бахаев Максим. Сегодня мы приехали в город Слюдянка, в школу, поговорить с учениками, так как здесь проводится моделирование печей. И вот сегодня мы сделаем открытый урок, как раз где пообщаемся, где расскажем про печи. Ну и в свою очередь посмотрим, что ребята делают, то есть их навыки протестируем. Практику такую периодически применяем, вот как раз сегодня это будет у нас в городе Слюдянки. Так, ну все, идем в класс. Здравствуйте. Тут вот ребята совочки делают, видимо, поделки. Тоже печная тематика прослеживается. Так, все, можно? Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как вас много, вы все в форме? Да, мы в школьной форме. Добрый день. Так, представлюсь, Максим Николаевич, компания «Печной мир». Может, слышали или вам рассказывали о нас? Сегодня мы поговорим о печах, ну и посмотрим, чем вы занимаетесь. Вот это у нас печь... Подобие русской, да? Ну, она наподобие русской, она называется печь пиццерии. Вот здесь у нас, правда, выпала труба, потому что она ездит у нас везде. А как мы делаем кирпичи? Откуда вообще пошло это? Вот, знаете, вот этой моей форме 20 лет. Раньше были наборы. В наборах продавались такие силиконовые формы. И вот, смотрите, вот это вот круглые, вот это квадратные. И мы стали делать с ребятами вот эти кирпичи. Я стала делать, я стала придумывать, я стала делать. И вот у нас получаются такие кирпичи. Ну, у вас кирпичный завод получается свой. У нас свой кирпичный завод. Вот, смотрите, мы стали делать армирование. Мы закрутили проволоку. Но некоторые ребята, которые уносили эту работу домой, родители уже подсказали, и они прямо, знаете, армирование сделали как струнами, да. То есть это уже тоже опыт начинается, да, у них. И потом мы стали нынче, вот сейчас перед вами буквально они заливали это все в прямом смысле этого слова. Вот уже готовое, да, изделие? Ой, цемента. И на втором курсе я начал ставить печи уже сам. Смотрел на мастера, который уже показывал, что делать. Конечно, изначально это месишь раствор, таскаешь кирпич. Могут ли быть случаи, что такую баню установить в жилом доме? Ну, вообще проблем не вижу. Единственное, что это все-таки баня, как правило, повышенная пожароопасность. Мы учимся добавлять краску и делать вот раствор, но мы еще здесь пока просто гипсом делаем. Задача, чтобы каждый взял в руки кирпич, положил, сложил где-то даже, может, один свой объект полностью, потому что, ну, насколько я это понял и понимаю, что обучить можно всех. Есть сейчас проекты, где не надо полностью с головой погружаться, как должен, какой кирпич где лежать. Но на проекте мы как раз за счет того, что есть проекты, их рисуют, вы можете сложить сами печь полностью по порядку.